Буэнос диас, брата. Ядерно рассветный заряд вашей экрана, а это значит... Это у нас с вами последняя серия. Проходим. Напомню, это у нас Эмма Уэстли. Посреди ночи. Я не вспомню, что у нас за последняя часть, но мы узнаем, что у нас будет в конце. И на землю да, мы сегодня нашу мамашу. Сегодня финал. Это грубо, мамашу. Вы в этом узнаете, почему не можем. Я, если честно, кукуха уже давно пока говорит. В трубу. Ну ты потом реально поймешь, почему, мама. Ну да. Другого по-другому ее не назвать. Ты, кстати, которая по ту сторону экрана тоже. Это что за чулан? Так, не видно ровным счетом ни херища. Очень. Угу. Какие-то двери, шкафы, опять плащи. И опять эти сраные плащи. Повсюду прям. Так. Ну да, я тоже думал, что... Это какой-то этот... Так, здесь надо спрыгнуть. А, вон, дорожка Хтони. Вот люк. Мы открываем. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы пропили все шмотки, мы пропили все тапки. Забираем. Я сказал, забираем. Как она так? Идем мы с пяточком на остановку за бычком. Откуда я здесь должна? Я помню. Помнишь? Он здесь сидел. Бомжиха-то? Угу. Бомжиха. А, просто видишь? Право, потом надо, по-моему, то ли бежать налево, то ли что. Где-то тут бабайка приходит. Да, нам это. Класс, класс. Класс, класс. А, сейчас будем. Вот. Или бомжиха, как ты называешь. Где-то нам с тобой надо спрятаться. Залезай, ёп. Квай. Игра слегка тормознула. Так, я думаю, ей из Асрус. Вспомни испытание еще с Ой, бутылочные мины той. Да. Тотал. Урок маленький. И мы должны... Чё за нах ща был? Пройти. Прикинь? Я под карту провалился, походу. Нормально. Там будет испытание с бутылками, и мы должны будем пройти, чтобы не привлечь... Так, запасный пиздюк. Больше. Да, проблема в том, что бутылок, ну, очень много. А малейшие прям... звуки, они... Они роняют бутылку, потому что она не просто стоит, она стоит на стопке ящиков. Если звук этот малейший выдох вызовет, то она придет. Коснуться хотя бы. Так, ну бутылка в любом случае навернется от такого номера. Ах ты ж ёпа она. Так. А вот еще люкан. И здесь есть проход.
Это было падение ребенка. Ничего себе звук, как будто кто-то блюет. Пойду лягу. А, пусть вот эту хуяль нам надо проскочить. Да, мы на верном пути. Опять эти сраные плащи. А сколько ж можно, а? Тонь. А может просто наблёвано? О, да это же бар «Голубая устрица». Так, теперь вы как сделать так, чтобы не сломаться, упав нахер? А, вон же тут куча белья, точно. Дорогие гости, жопой милости. Чейло, да, хлеб? И вы? Там надо попасть, получается, по синей. Вон в ту бутыль, да. Заставить ее упасть скорее. А мечом не вариант или мячтер? Футбольный мяч туда может и не долететь. Да нет, там, по-моему, баншиха вот за той дверью была. То есть по дрожанию камеры она дрожит именно в тот момент, когда ГГ видит банши. Так, а теперь смотри, в чем приколюха. Есть плюс. Так, ну, желтенький. Две звезды. What's that sound? Так, желтая звезда где-то невдалеке. Как он порой бред несет, но это смешно. Ширинка. А, смотри-ка. Еще один ящик мешается вот этой вот полки с овечками. Должны. Честно, да. Блять, даже не вспомину, на кой ляд нам это надо. А, все, эта штука уже не тыкается. Так, ну супер дорожная камера, тут бомжиха. И он просто на хтынь так реагирует. Смотрите, чит века. Оп. Оп. И оп. Потом оп. Потом оп. Звук такой, как... Well, I'm knocking on the... Попеть протянул, тем более настолько крепотная песня вспомнилась. Не связана, кстати, очень интересная история. В 94 году, но не помню, где концерт был. Это песня Depeche Mode, если что. Когда Дэйв с очередного передоза свалился. Может, по бойне. Обойня.
Ну и вот, Дейс очередного передоза свалился с сердечным приступом. А фишка, знаете, была в чем? Орали как раз именно эту песню. И те, кто сейчас хоть чуть-чуть шарит в английском, прикиньте чувство самого Дэвида, когда его на носилках тащат, а пацаны продолжают петь «Смертная дверь». Вы понимаете, да? Калинкор, блин, такой себе. В итоге, несмотря на то, что уже крайне жестоко наркоманил в свое время, до сих пор живет, в этом году отмечает 60. Так, звезда у меня. И инсталляция. Дальше где-то испытание сейчас. Да сука ж ты нах. Опять сдох. Я просто не помню, куда мне надо забраться, черт вас подери. Ага, что если я вот сюда пролезу, то ли лыжи не едут, то ли лыжи не едут. Ну окей. Про комнату в какой-то комнате. Ага, вон дырка, смотри-ка, появилась с книгами. Рисунок. Ага. Короче, я каким-то макаром должен залезть наверх. Комната. Адски непонятно. Так, просвета прохода там вроде не наблюдается. Ага. Бляха-муха, я же только что забирался на стул. Так, чтоб эта херобурина меня и смущала. Вашу ж Машу. Ага, мешающий элемент убрал, отлично. Забираемся наверх. Угу, там, по-моему, доска висела в виде мостика. Ой, что там за рисунок был мостик? Орал его, вот что там было. Полирок. Да, и вот тут уже в четвертой главе начинаются спойлеры на стенках. Но я думаю, вы сами поймете. Блять. Неужели мины начались? Да. Блин, ты в прошлый раз широко так нет. Mm-hmm.
Поэтому, если что, идете вы, господа мои хорошие, максимально медленно. И аккуратно. Медленно и осторожно. Так, роняемся. Не помню, здесь был проход, а? Коробку вроде отодвинуть какую-то надо. Какую-то коробку отодвигали. Отодвигали ли вообще? Да, какую-то. Люди, которые знают... Да, чуть-чуть тупят потупим. На ровном месте. Да, чуть-чуть потупим. Мамина? Да мы же одну активировали, а других здесь не видно. Я не помню, я как-то повернулся неправильно, и все, я моментально нашел эту дырку. Опа! А чё это мы побежали так резко? Сейчас пропьем, ребят. В том анекдоте. Идет дурак по улице, видит избушка, а рядом с ней вывеска «Изба гадальня». Ну и короче, дурак в нее заходит, темно, как в сраке просто. И тут Херакс голос слышит: «Че приперся?» Он такой: «Погадать». Как черпак в воздухе появляется. Голос: «Черпай из чана». Потом: «Ну, зачерпнул. Пробуй». Дурак такой: «Да говно же». «Угадал. Дальше гадать будем». По-моему, то ли надо что-то метнуть в этот гребаный стол, то ли что. Или боезавра каким-то образом. Зря я, наверное, мину активировал так не вовремя. Ну да, вот я по доске прошелся. А, типа это, прячься от бабайки. Она вон туда. Глазами. Дам вид. Да, кто немного, коробки почему-то не двигаются. Какого хера? Значит, мы себе что-то не то делаем. Только чё? Я не могу понять. А что если расхерачить лампу книгой? Кусается? Пошли что-нибудь типа поищу. Проход какой-нибудь. Так вот! Ёптамэд, блядь! Подивила. А вот и мины. Вот. Here comes the mine. Да. Мы с тобой, помнишь, в прошлый раз тоже тупили? Именно в этом же месте. Теперь нам надо... Рисковая херня, конечно. Ну хуя! Положила место! Место кинь! Место! Ну не разбил же в итоге. Все равно лезет, ну смотрите. Сразу готовится к тому. Может, там бутылки с бухлишком целые. А банши киряет, как не в себя. Блять, а вот это я, по-моему, зацепил реально стекляху. Да, поэтому... Смотри, банши не приходят почему-то. Ага, сейчас я все раздолбаю. Сейчас я...
хочу. Ты что так гасишься? Это надо выловить. Ты сам не заметил такой, это дернулся? Да нет, я понял, что я дернулся. Меня больше с этого вырвало. И ты понимаешь ли, порватая. Ты. Понимаешь? А вот это уже реально. Блять. Так оно еще и в плаще, видишь, в чем таска? Не знаю, мне почему-то наоборот смешно стало. Я тут, понимаешь, сижу, блин, строю материалы, произвожу, она гасится, блин, со всей дури, а? Ля на нее. Да. Нет, если это реально смешно. Сам разбил, сам напоролся, дверь закрыл. Она не открывается. Я ее собой закрыл, я тебе больше скажу. Схуяли, она не открывается реально. Божух. Нет. Она что, там сидела, что ли? Видимо, да. Сука нах. Хлебушки, блядь. Так черика нет, пиписи нахуй. Ага, это как в Беларуси воробьи черикают. Чик-чирик. Сейчас еще не будет. Сказать, хтонь ебаная. Да она там. Не открывай. Там не открывай, видишь, если черная. Там. Немножко не вкуряю. Блин, надо было что-то метнуть такое, чтобы оно туда долетело и сбить нахер мины все разом. Ну-ка. Такая. Бу. Я такой в штаны. Сру. Минутка юмора подъехала. Опачки. А походу пузыри колотся, ты слышишь? Видишь, как смерть с косой. Решил потроллить эту семью. Конкретно-то. Ёпа. Старайся, за что мы делаем, это слишком. Раз смеяться, то смеяться будутся. Я вообще обосралась опять. Я сейчас наверняка кирпич нул. Тоже пу. Safe place. Да, когда это... Когда будете проходить, наполовину эти двери открывайте. Что вот еще мина, видите, да? Убежать. Что если цепанете пузырь, будет вариант вскочить. Ёбана. Посрались? Блять, я еще провалился куда-то. Испугались? Дрыстануло. Я думал, скажешь, обосрался. Много стройматериала произвел. Сука нах. Сука нах. Сука нах. Сука нах. Та-та-та-та-та. Не мы мину, мы с тобой прошли. Да нифига. Вон еще поле. Как говорится, что вы удумали, она нахуй.
страшно, как Windows 95. Точно, с медведем же нельзя выглядывать. А, он видишь, насколько тут мины часто расположены? А, и тут видишь сразу. Еще одни воротца. Гоблинс хотел, не вышло здесь. Блять, а вот тут очень опасное место. Видишь, как тесно мины стоят. Сейчас опять будешь. А вот херти. А может не надо? Угу. Товарищ, верь, пройдет она. Опять. И демократия, и гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит наши имена. А сердце как? Ну, это, по-моему, хтанище ебаное просто бродит. Ага, мы еще до сих пор до звезды добираемся. Епц. Епц. Так, а есть куда? Опа, навернуться. Здесь надо быть более шустрым. А, розовый слоник. Но видишь, здесь в чем проблема? Да. Потом я не помню, по-моему, надо спрыгнуть и умотать отсюда как можно быстрее. We got the final memory. Let's hurry. Так, по-моему, вот туда, за синюю дверь. А, это типа сейф-зона. Труба. Успели, кажись. Да-да-да. Банши поймала. Честно, больше виск не понимаю, чем банши. Кто понял, ссылочку ставит Луис. И? Меня захавала кто-нибудь? Паническая срань. Где ты? Так, запасной пиздюк. Собираем нашего медведя. Либо лапку. Так. Ну, чё? Летим на свет, да, как мотыльки. Ух. Предполагается мне его собирать? Так, еще мотыльки. Так. Что? В смысле, не сейчас. Мне нужен мой медведь, сволочи. О, а вот мамон. Показалось ли она сейчас заглатывала? Бухлявски, по-моему, она жрала, не? И ты видел вот это вот мигание? Да. Так ощущение, как будто оно... это она, банши. Вот это вот срань получается. Это она, что ли? Не знаю, посмотрим, что у нас в конце.
тебя не испугалась? Брат. Голос, как сейчас был пьяный. То если ты не слишком хороший, типа мамочка станет очень злой, и никто из нас этого не хочет. И фраза была типа, он тебя не заберет. Это сейчас в концовке мы узнаем. У нас такие спойлеры концов. Да, прям такие вот. Получается, мы сейчас уже у этого домика. А света в нем почему? Света вокруг почему-то нет. Ой. Это я криворукий, расслабьтесь. Обидно было в самом конце вот так вот просрать. Ну, блин, там темно в целом, не заметил. Угу, там темно и страшно, а еще воняет. Ну? Это у меня был небольшой висюн. Так. Слоняра в печи, это не тот ли слоняра, которого мы искали в самом начале? Скорее всего, да, стоп. Не, я просто чекал, что там за лист. Так, теперь мне надо... Так, сейчас пока откроются кнопки. Ага. Так, и положить на одну из них. Ну, хоть не кроличью, на одну, спасибо. Это финал где-то рядом, товарищи. В смысле, а где труба? Видимо, трубы нет, и мы с тобой идем на свет. Либо это дверь, либо что. Типа дверь. Ах, ты ж мать твою, как ярко. А, дверь шкафа, да, мы в комнате, все. Кровать на месте. Погром адский. Заметь, стой, опусти вниз. Да. Ну, да. Пизда. Да, то, что мы используем в качестве артефактов. Да. Ключи где-то. Да, был. Он где-то. Это что? Музыкальная шкатулка, по-моему. Да. Разгром. Да, я кого-то тут не знаю. Хан Мамай прошелся, ёпереси ты. Решанина угарчика садомийка. До сих пор здесь уже не так жутко. Пазл. Коробки. Конь. О, пузырь. Вернем. Странно, что не разбился, надо со второго этажа было хуйнуть. Ну, с третьего раза разобьешься, псина. Нет. На самом деле, девочка, которая играется пузырями из-под вискаря, это по меньшей мере страшно. Хуже только игрушки, прибитые к полу, как по мне. Итак, мы с вами спускаемся, где мы с вами были. Смотрите, даже вот это вот свет от лампы напоминает человеческую фигуру. Как это бывает в учебниках, нервную систему рисуют. Кстати, да. Мне почему-то именно первая ассоциация. Да. О, о, маман синячит. Да ладно. А теперь поймете, почему я называла ее мамашей. Да. И спасибо, что хоть не уронила. Stay away from me. Да. Да, то есть вот это вот хтонь болотная, это. I never meant to. Ты была мамон.
лук. Hi, little one. И это получается Паша, но мы его не Да. И получается, что отец ее забрал. You like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Верно я сказала? Ну, насчет забрал не знаю, он только сказал, что починит медведя. Ну, на самом деле... А этого медведя, получается, бы Паша подарил. Да. Понимаю. На самом деле, страшилка больше получилась какая-то социальная, что ли. Да, есть такое. Нежели... Потому что, ну, вы сами знаете, в какой стране мы живем, и тут сплошь и рядом, особенно в городках поменьше, вроде нашей деревни, так сказать. Как говорится, не хочу ничего сказать плохого, но тем не менее. Отсылочка есть к... К любому, наверное, российскому городу. Знаешь, современная часть вообще. Да. Страшилки, я считаю. То есть вот такой херни на самом деле на каждом шагу сплошь и рядом. Ну да. Хотя, когда задумываешься, и кирпичи как-то перестают падать. Потому что понимаешь, что рофлы рофлами, а проблемы действительно серьезные. Но я надеюсь, что хотя бы у этих троих, можно так сказать, в конце истории все будет хорошо. Так, ну, еще получается... одну строчку повесили на киллборд, так скажем. Ну, как говорится, за сим откланиваемся. С вас, как обычно, лайк. Подписка. Можно комментов нарисовать. Обязательно пробейте колокольчик. И до скорой встречи. Увидимся в следующей серии. Adios, брат.